Поздравляю, ты назначен почтальоном. Что-что? Твоя задача – наладить работу почтовой службы в городе Смиренсбург. Даю тебе год. Что? Год? Что на тебя нашло? Ба! Хватит 6000 писем, пропечатанных тобой. Больше не будет шикарных квартир, личных дилижансов, модной одежды. Ничего. Подыскиваю уютное местечко в канаве. 6000 писем. 1 год. Ба! Да ладно, это я! Ну хватит шутить, брось! Я же твой сын! Знаешь, как долго гладить эту форму? И я не знаю! Кто-то вкалывал часами! Я поборник дисциплины, но Смиренсбург даже для меня это чересчур. Мальчику нужен хороший урок, и, возможно, он скажет мне спасибо когда-нибудь. Это просто потрясающе, папа! Большое спасибо!